Три мудрости. 21 июня 1992 года. Добрый день! Я приветствую вас от всего сердца. Как хорошо в этот прекрасный воскресный день снова быть вместе с вами в доме у Генри. Вы не нашли себе более интересного занятия, и поэтому пришли сюда. Вы могли бы пойти посмотреть хороший фильм. Вы могли бы пойти поиграть в гольф. Но вы пришли сюда. Зачем? Чего вы действительно хотите? Чего вы ищете? Что происходит внутри вас? Вы должны быть честны с самими собой. Вы должны быть правдивы с собой. Вы должны попытаться понять, откуда вы взялись и чего вы на самом деле хотите. Помните, что если вы хотите улучшить свое материальное положение, то вы находитесь здесь по неправильной причине. Это вполне может произойти, но все равно вы находитесь здесь по неправильной причине. Если вы хотите улучшить свое здоровье, то вы находитесь здесь по неправильной причине. Это вполне может произойти, но это дело случая. Это не та причина, по которой мы пришли сюда. Нет никаких причин, чтобы приходить сюда. Нет вообще никаких причин. Это просто происходит. Это кармическое, духовное событие. Что-то привело вас сюда, потому что в течение многих-многих лет внутри вас было нечто, желающее развиваться, желающее стать свободным, желающее освободиться. Тем не менее, это не имеет абсолютно ничего общего с вами. Это та загадочная сила, благодаря которой на абрикосовом дереве растут абрикосы, на лугу растет трава, а плоды манго растут на манговых деревьях. Это сила, которая делает так, что небо кажется синим, которая заставляет солнце светить прямо на эту землю для того, чтобы поддерживать тут жизнь. Та самая сила, которая заботится обо всех этих вещах, движет вас в правильном направлении. Потому что в течение многих-многих веков вас готовили к продвижению именно по этому пути. Вы не случайно оказались в такой группе, как эта. Ум – это очень мощный инструмент. Представьте, я должен сказать вам это. Хотя на самом деле вообще никакого ума нет. Ум на самом деле не существует. Никакого ума нет. Чей ум? Какой ум? Тем не менее, ваш ум мотивирует многих из вас. Если у вас есть чувства, неважно, хорошие они или плохие, это не ваши чувства. Это чувства вашего ума. Мы используем ум для того, чтобы достичь чего-то в этой жизни. Ум говорит вам, что вы хотите быть реализованными. Ум говорит вам, что вы не реализованы. Ум говорит вам, что вы хороший человек или плохой человек. Ум говорит вам, будто что-то неправильно, а что-то правильно. Все эти вещи приходят из ума. Все ваши действия и реакции исходят из ума. Тем не менее, вы все еще верите, что если вы прекратите использовать свой ум, то вы будете ничем. Вам нужно стать ничем. И это ваша истинная жизненная цель. Быть ничем. Абсолютно ничем. Не быть чем-то. Если ваш ум говорит вам, что вы это что-то, то вам нужно наблюдать себя. Вы должны наблюдать свой ум
видеть, куда он движется, и прийти к выводу, что у вас нет ума. Нет абсолютно никакого ума. Вы были загипнотизированы. Вам каким-то образом промыли мозги, чтобы вы признали, что у вас есть ум. И вы бродили по земле, подобно напыщенному павлину, так, будто вы что-то из себя представляете. Будто вы способны чего-то достичь и совершить что-то великое. Вы не хотите думать о том, что через несколько коротких лет вас не станет. То, что вы называете собой, исчезнет целиком и полностью. Это тело больше не будет существовать. Так что вся ваша работа, вся ваша борьба, все ваши достижения окажутся напрасными. Я знаю, что кое-кто говорит, но по крайней мере я постарался хоть что-то сделать, чтобы этот мир стал более пригоден для жизни. Разве мир, в котором мы живем, стал лучше? Разве кто-нибудь сумел сделать хоть что-то, чтобы этот мир стал лучше? Кажется, что мир постепенно становится все хуже и хуже. Бесчеловечность человека по отношению к человеку не прекращается. Так чего же добились все эти благодетели? Однако, если посмотреть на это с другой стороны, то они должны делать добро, ибо это их карма. Ничто не является правильным, ничто не является неправильным. Никто не хороший и никто не плохой. Просто существует та таинственная сила, которая работает внутри вас, мотивируя вас, ведя вас, направляя вас. Но куда вы идете? Нет места, куда идти, поэтому абсолютно нечего делать и некуда идти. Это не означает, что вы будете сидеть на месте, ничего не делать и ничего не достигать. Вы всегда будете что-то делать, однако вы не будете деятелем. Это смешное учение, не так ли? Вы что-то, и вы ничто. Вы делаете, и вы не делаете. Вы что-то совершаете, но нечего совершать. Именно мир вытворяет такое с вами. Он делает вас безумными, такими же, как я. Мы снова и снова возвращаемся на эту землю, пока что-то не начинает говорить нам: «Некуда идти, нечего делать, но я есть то». Я есть то, но все же ничего нет. Я есть то не имеет буквального смысла. Этому нет объяснений. Тем не менее, вы есть то. Вы – это то, которым вы всегда были и которым всегда будете. И то не может быть объяснено. Однако по мере того, как вы развиваетесь, что-то случается. Ум становится все менее и менее сильным. Вы больше не слушаете приказы своего ума, который приносит вам страх, неверие и разочарование. Кажется, что этот ум уходит, кажется, что он растворяется. Он с самого начала никогда не был здесь, так что на самом деле нечему растворяться. Тем не менее, с вами что-то происходит. Не пытайтесь анализировать это. Не пытайтесь выяснить, что происходит с вами. Не думайте, есть ли у вас какие-то успехи на духовном пути или нет. Тот, кто делает величайшие духовные успехи, тот абсолютно ничего не делает. Тем не менее, кажется, вот он делает что-то. Он практикует садхану, он может молиться, он может медитировать. Тем не менее, он не делает ничего, ибо он обнаружил,
что он не деятель. Нет никого, чтобы делать что-то. Другими словами, вы уже Бог. Вы то, что вы думаете о Боге, как о всепроникающем, вездесущем, всеведущем, всемогущем, которому ничего не надо делать. Бог ничего не хочет. Богу ничем не надо быть. Богу ни на что не надо реагировать. Таким образом, вы можете определить, где вы находитесь, потому как вы реагируете на эти вещи. Если вас легко рассердить, если ваши чувства легко задеть, то вы по-прежнему чувствуете себя человеком. Это не означает, что если вы делаете успехи на этом пути, то вы становитесь холодным и расчетливым. Это означает, что у вас горячее сердце, полное любви, сострадания, полное любящей доброты. И это происходит само собой. Некоторые люди до сих пор верят, что вы должны избавиться от всех чувств и абсолютно ничего не чувствовать. Это и правда, и неправда. Вы избавляетесь от всех ваших чувств. Чувства, которые были с вами с момента вашего рождения, чувства, связанные с самскарами, самсарой, йогой, кармой, концептуальными идеями, связанные с правильным и неправильным, все эти чувства должны уйти. Реальный вы находитесь за пределами всех этих чувств. Тем не менее, вы можете сказать: «Роберт, разве сострадание и любовь – это не чувство?» Я говорю не о человеческом сострадании и человеческой любви. Я говорю о той любви и том сострадании, которые не поддаются объяснению. Это невыразимо. Это за пределами чувств. Только чувства объясняют. Только на основании чувств возникают вопросы и ответы. Но для того, что находится за пределами чувств, нет никакого объяснения. Есть только бытие. Не становиться чем-то, но быть. Тем не менее, бытие до какой-то степени тоже ограничено. Вы выходите за пределы бытия, в такое место, где нет слов, в такое место, где нет ни вопросов, ни ответов. То место, находясь в котором, вы есть то. Это так красиво, так грандиозно. Если бы только я мог взять вас туда, хотя вы уже там. Но вы отказываетесь признать это. Вы хотите участвовать в мирских играх. Вы хотите сплетничать, гневаться, жадничать, быть в смущении, заниматься оккультными практиками. Все это удерживает вас. Вы должны развивать чувство веры и доверия. Вера во что и доверие к чему? К силе, которая знает дорогу. К силе, которая знает путь. Она внутри вас. Она поможет вам. Это поведет вас. Она будет заботиться о вас. Не о чем волноваться. Не о чем беспокоиться. Радость, сострадание, любовь и покой всегда с вами. Если бы вы только знали, как это величественно и прекрасно, вы бы сошли с ума. Вы есть то. Вы есть то. Вчера я говорил о трех мудростях. Я явно задел больное место, потому что кое-кто 6 раз звонил мне по телефону именно по этому поводу. Поэтому для тех людей, которые вчера отсутствовали, я еще раз расскажу об этом.
Это просто наставление Будды, выраженное другими словами. Первая мудрость заключается в том, чтобы принять прибежище в истинном «Я». Вторая мудрость заключается в том, чтобы принять прибежище в учении. Третья мудрость заключается в том, чтобы принять прибежище в сатсанге. Если только вы сможете научиться делать это, вы наполовину покончите с вашими проблемами и с духовными исканиями. Примите убежище в истинном «Я». Вы должны делать это в течение всего дня. Когда что-то в вашей жизни пойдет не так, вы не должны думать о материальных способах решения этой проблемы. Вы должны быть достаточно обучены для того, чтобы в первую очередь принять прибежище в истинном «Я». Тогда истинное «Я» сделает так, что вы будете совершать правильные действия и сможете двигаться вперед. Например, вы порезали ногу, как это случилось с Генри. Прежде чем начать волноваться, суетиться и думать, вы должны ехать в больницу скорой помощи, подумайте о том, что вы принимаете убежище в истинном «Я». Истинное «Я» знает путь. Оно знает, что вы должны делать. Оно не позволит вам сидеть на месте и истекать кровью. Оно сделает так, что вы придумаете, как правильно решить эту проблему. Истинное «Я» – абсолютная реальность, чистое осознавание без усилий. Вы не можете сделать ничего лучшего, чем принять убежище в истинном «Я». Это лучшее, что вы можете сделать. Вы просто обращаетесь внутрь. И если вы хотите, то вы можете поговорить сами с собой. Вы можете сказать что-то подобное. «Истинное «Я». Вот я снова в беде. Я понятия не имею, что делать дальше. Но ты – настоящее «Я». Даже если ты всепроникающее, то выражаешься в качестве «Я». Ты знаешь, что делать. Поэтому я полностью предаюсь тебе. Я отдаю тебе свое тело. Я отдаю тебе свои дела. Я отдаю тебе мир. У меня нет необходимости беспокоиться или волноваться. Ты позаботишься обо всем. И вы все отпускаете. Если вы сумеете научиться делать это прежде, чем предпринимать какие-то другие действия, то вы будете приятно удивлены тем, что происходит. Примите прибежище в истинном «Я». Не в мире, не в других людях, но в истинном «Я». Далее примите прибежище в учении. Подумайте об учении. Что учение говорит вам? Есть лишь одна жизнь. Та жизнь есть Бог, истинное «Я», реальность. Эта жизнь и есть моя теперешняя жизнь. Вы начинаете чувствовать, что вы не деятель. Вы начинаете видеть себя, ваше личное «Я» и ваши проблемы, как сновидение. Вы продолжаете думать об учении. Вы думаете о том, что во сне, который вы видели вчерашней ночью, вас мучили, вам выкололи глаза и отрезали пальцы. Но вы проснулись, и вы все еще здесь. Поэтому что может случиться с вами? Если вы все еще здесь после того, как пробудились от сновидения, то вы все равно будете здесь и после того, как пробудитесь от этого сна. И вам будет хорошо, просто замечательно. Действительно хорошо. Если вы начинаете думать таким образом, то с вами происходят замечательные вещи. Когда я говорю «замечательные вещи», это не обязательно означает, что происходит то, что вы хотите. У вас не должно быть никаких собственных представлений о замечательных вещах, потому что вы говорите
Да, произойдут удивительные вещи. Я стану мультимиллионером. У меня будет самое счастливое и здоровое тело на Земле. У меня будет множество девушек или молодых людей. В этом мире я смогу делать все, что захочу. Все это ваши представления. Это ваше убеждение. Я говорю вам, что истинное «Я» позаботится о вас своим непревзойденным путем. Этот путь не имеет абсолютно ничего общего с тем, что вы думаете по этому поводу. Но вы будете счастливы. Так что не планируйте, как это должно случиться. Просто думайте об учении. В иллюзорном мире, в котором мы живем, все должно меняться. В этом мире ничто никогда не остается тем же самым. Все в конечном итоге меняется. Задумайтесь над этим. Размышляйте над этим. Вспомните примеры, которые я всегда привожу вам. Змея, которая видится в веревке. В сумерках веревка похожа на змею, и кажется, будто у вас в доме находится змея. Но при более тщательном рассмотрении выясняется, что это только веревка. И тогда страх полностью уходит. Вы освобождаетесь от этого страха. Так и с этим миром. Кажется, будто мир показывает вам множество самых странных вещей. Кажется, будто это змея. Но приглядевшись, вы понимаете, что никакой змеи близко нет, а есть просто веревка. Таким образом, вы видите, что никакого мира вообще не существует. Существует только истинное «Я», абсолютная реальность. Подумайте о воде в мираже, когда вам кажется, будто в песке есть вода. Вы пытаетесь зачерпнуть воду, но хватаете мираж, который на самом деле представляет собой песок. Там нет воды. Там никогда не было воды. Подумайте об этих вещах. Именно думая о таких вещах, вы избавите себя от своих страданий, от ваших проблем и всей вашей ерунды. Теперь мы переходим к прибежищу в сатсанге. Вы думаете обо всех участниках сатсанга, обо всех нас вместе, зная при этом истину, что все мы – это одна сила, одна реальность, одно истинное «Я», одна нирвана, одна пустота, один Бог. Когда вы так думаете обо всех нас, от вас исходит огромная сила. Вы становитесь свободны. Вот те инструменты, которые вы можете использовать. Поэтому я не хочу, чтобы некоторые из вас названивали мне и спрашивали: «Роберт, что мне делать? У меня возникла такая-то проблема». У вас нет никаких проблем. У вас есть решение. Вы знаете, что делать. И это есть в вас. Это есть и без вас. Это везде. Вы – это истина, жизнь и путь. Вы совершенно свободны прямо сейчас. Настало время игры «Поставь гору в тупик». Так что принесите, пожалуйста, эти тупики. Вопрос. Какая правильная сила в отношении абортов? Какая правильная сила в отношении смертной казни? Что я могу сказать об этом? Лучше вы изымите свой ум из тела и начните думать об истинном «Я». Ваша реальность, то, чем вы на самом деле являетесь, заключается в том, что вы лично принимаете правильное решение. Когда вы спрашиваете, как правильно относиться к абортам, это связано с миром и его проявлениями. Это неправильно и не неправильно.
Но это то, о чем должна лично подумать каждая женщина, когда придет время. Я ни за, ни против. Это все равно, что рассказывать мне, что будет правильным по отношению к телу, что правильно по отношению к миру. Попробуйте подняться выше этого. Это своего рода проявление, происходящее сегодня в этом мире. Есть противники и сторонники абортов. Все это часть мирских вещей. Как правильно относиться к убийцам? Как правильно относиться к траве и к небу? Если весь мир – это сновидение, то почему вы отождествляете себя с некоторыми особенностями этого мира? Представьте себе, что во сне вам делают аборт. Таким образом, вы сделали аборт. Но на следующей неделе вы видите во сне, будто вы отказываетесь от аборта. Вместо этого у вас рождается ребенок. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Это все одно и то же. Все это часть сновидения. Это часть майи. Я ни за это, ни против этого. Эти вещи – часть заблуждения. Не давайте этим вещам силы. Используйте вашу энергию для того, чтобы постараться найти себя, постараться раскрыться, постараться открыть свою реальность. Вот для чего вы должны использовать свою энергию. И когда придет время, вы будете знать, что делать лично вам. Следующий вопрос – что является правильной силой в отношении смертной казни? Та же самая история. Думайте об этом таким образом. Вы видите сон. В этом сне у вас есть семья. Во сне кто-то насилует вашу дочь и убивает ее. И вы хотите, чтобы этот человек был наказан. И вы ловите этого человека, его сажают в газовую камеру – и вы очень счастливы. Вы отомстили. Затем вы просыпаетесь, и оказывается, что этого никогда не происходило, что все это было сновидением. Вы снова идете спать и снова видите подобный сон. Во сне у вас была дочь, ее изнасиловали и убили. Только на этот раз убийца не вызывает у вас антипатии, и вы не знаете, как вам поступить. Его плохо воспитывали. Дома у него были одни неприятности. Его бросили еще ребенком. Поэтому вы не хотите для него смертной казни. Вы испытываете к нему сострадание. Затем вы просыпаетесь, и вновь оказывается, что вы видели сон. Так что эти случаи были лишь сновидением. В действительности вы не имеете ничего общего с этими вещами. Не втягивайтесь в это. Выйдите за пределы этого. Станьте выше этого. И вы сами поймете, что происходит. И затем вы будете свободны. Хорошо, Роберт. Должен ли я постараться запомнить инсайты и реализацию? Или же я должен позволить им пройти, как только они возникают? Не пытайтесь что-то помнить. Не рассчитывайте на то, что ваша память даст вам ответы. Память – это часть ума. Может показаться, что она дает вам правильные ответы, и может показаться, что она дает вам неправильные ответы. Вместо этого смотрите на истинное «Я». Полностью предайте себя истинному «Я». Сдайте все. Все ваши мнения, все ваши сомнения, все ваши разочарования. И тогда все будет делаться правильно. Роберт, может ли просветленный мудрец вроде вас знать, готов ли человек к пробуждению? Пробудится ли он в этой жизни?
Прежде всего, я должен сказать, что я никогда не утверждал, будто я просветленный мудрец. Если бы я утверждал, что я просветленный мудрец, то это означало бы, что внутри меня есть деятель, который что-то утверждает. Я не имею ни малейшего представления, что я такое. Когда я смотрю на вас, я вижу истинное «я». Я вижу Бога. Я вижу абсолютную реальность. Именно таким образом вы предстаете сейчас. Поэтому нет никакой разницы между просветленным мудрецом и обычным человеком. Они представляют собой одно и то же. Вам они кажутся разными, ибо вы думаете, будто есть что искать. Вы думаете, будто есть какая-то разница. Если вы посмотрите на себя и увидите, кто вы есть, то вы увидите, что каждый человек – это просветленный мудрец. Никто не является исключением. А затем вы сможете снова посмотреть человеку в глаза и будете примерно знать, на каком уровне он находится. Подобные вещи – это своего рода оккультизм. В действительности не нужно судить людей, смотреть на них и говорить им, чем они являются, а чем нет. Мне, в общем-то, безразлично, кто просветлен, а кто не просветлен. Потому что такие слова для меня не существуют. Я использую эти слова для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь, но вообще этих слов не существует. Забудьте об этих вещах. Ищите себя. Станьте свободны и посмотрите, кого будет заботить, кто является просветленным мудрецом. Пожалуйста, объясните, что означает принимать убежище в сатсанге. Означает ли это, что мы должны культивировать дружбу с другими вашими учениками? Или это что-то другое? Что такое сатсанг? Сатсанг – это группа людей, которые приходят обучаться к просветленному мудрецу. Смех. Противоречие, не так ли? Смех. Все учение – это сплошное противоречие. И вы хотите приходить на сатсанг, потому что хотите быть рядом с просветленным мудрецом. Именно это вы и делаете сейчас. И это ваша точка зрения. Это то, что вы делаете. Когда вы думаете о ваших отношениях с сатсангом, у вас должно возникать ощущение теплого сияния или появляться теплые чувства, которые подсказывают вам, чтобы вы приняли прибежище в сатсанге. Вы можете посмотреть на это с другой стороны. Лучше принять прибежище в сатсанге, чем принять прибежище в топлес-баре. Ученики смеются. Разве это не так? Смех. Бьюсь об заклад, что эти вещи сильно отличаются. Что бы ни побуждало вас? Смех. С топлес-баром полегче будет. Просто будьте счастливы. Сатсанг – это то, что вы захотите из него сделать. Но когда вы думаете обо всех участниках сатсанга, тогда освобождается энергия, которая возвышает вас и заставляет чувствовать себя лучше. Поэтому, когда вы принимаете прибежище в сатсанге, вы принимаете прибежище в Боге, в Духе, в реальности. «Роберт, я этим самоисследованием сыт по горло!» Ученики смеются. «Сатсангом и всем прочим! Почему я должен делать что-то, чтобы быть самим собой?» «Это все шутка, это все откладывается на будущее. Почему я не могу пробудиться прямо сейчас? Забыть о чистоте ума, практике и скучных разговорах.
Как я могу пробудиться сейчас? Пробудитесь. Почему бы вам не сделать это? Чего вы ждете? Вас ничего не удержит. Кроме реальности вообще ничего не существует. И в этом я тоже не слишком уверен. Ученики смеются. Просто пробудитесь и забудьте обо всем сразу. Вы можете это сделать. Смех. Следующий вопрос. Есть ли у ума какая-то полезная функция? Если нет, то почему он был создан? С чего вы взяли, что он был создан? Потому что он существует. Для кого он существует? Большинство из нас ощущает его. Конечно, но вы ощущаете ложь. Я знаю, как я могу избавиться от него. Это означает использовать ум, то, что вы называете умом, для того, чтобы уничтожить ум. Вы можете использовать ум, чтобы уничтожить ум, вопрошая, к кому приходит ум. По мере того, как вы вопрошаете, к кому приходит ум, ум становится все слабее и слабее. Это единственное правильное использование ума. В противном случае он просто не существует и приносит вам неприятности и проблемы. Так как же узнать, делает ли человек все правильно, основывая свои действия на воле истинного «я», или, напротив, то, что предлагает ум, это и есть воля истинного «я»? Если вы думаете об этом, то это означает, что используется ум, и что вы должны действовать наиболее подходящим для себя образом. Но если действует истинное «я», то у вас не возникнет такого вопроса. Все будет просто происходить само по себе. У вас не будет ни малейшего сомнения. Внутри вас не останется никакого сомнения. Внутри вас не останется никого, чтобы задать подобный вопрос. Но если вы задали этот вопрос, то это означает, что вы используете несуществующий ум для того, чтобы задать вопрос, для того, чтобы предпринять дальнейшие действия. Поэтому я говорю, предайте себя истинному «я», отпустите ум. Когда ум полностью сдался, он будет делать то, что нужно, но вы будете понимать, что вы не деятель и не актер. Будет никто, который ничего не делает. Тем не менее, всем людям будет казаться, будто вы что-то делаете. Это похоже на случай с Рамакришной. Кто страдал, когда он умирал? Кто видел его страдания? Люди, которые верят в страдания, которые верят в мир, которые считают, что они – это тело или ум. Сам же он говорил: «Я не страдаю». Он смеялся над этими людьми. «Почему они так смотрят на меня?» И все же люди плакали, потому что они видели, как он страдает. Кто видит это? Кто чувствует это? Эго, ум. Итак, еще раз. Если вы чувствуете, что должны что-то делать, если вы вынуждены что-то делать, если вы должны думать об этом, то это делает ваш ум. Но когда приходит день, когда вы больше не должны ни о чем думать, когда вы погрузились в безмолвие, когда вы полностью спокойны, когда в вашей голове, в вашем уме не происходит никаких действий, но ваше тело все еще делает какие-то дела, тогда вы будете знать, что прибыли на место назначения. Я слышал, что существует определенное отношение между определенным гуру и определенным учеником. Если два зрелых ученика приходят к одному гуру, к одному просветленному гуру,
то вполне может быть так, что одного из них могло привлечь к этому гуру, а другого нет. Так как же мы будем знать, кто наш гуру, наш естественный гуру? Это хороший вопрос. Если вы день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем идете внутрь, практикуя садхану и духовные дисциплины, то вы становитесь искренни. Вы становитесь преданы истинному «Я», силе, Богу внутри себя. Ваше сердце откроется и приведет вас к правильному гуру. Это произойдет само собой. Но если вы должны принимать решения и задаваться вопросом, должен я пойти к этому гуру или лучше пойти к тому гуру, этот вроде бы хорош, я должен пойти посмотреть на этого гуру, потому что он или она известен как замечательный человек. Я слышал много хорошего об этом гуру. И это неправильная причина, даже если речь идет о великом гуру. Только когда вас приводят в движение недвижимое, тогда вы принимаете правильное решение. Но когда вас приводят в движение ум, тогда вы идете в неправильное место и остаетесь там, потому что оно кажется вам правильным. Вы общаетесь с преданными, вы участвуете в сатсангах, общаетесь с ищущими. Тем не менее, вы находитесь в нужном месте. Где бы вы ни были, это правильное место. Никогда не было так, чтобы вы были не в правильном месте. Но если только вы сдадите себя самому себе, если только вы сдадите ваше тело, ваши эмоции, ваш мир вашему Богу, единственному истинному «Я», который есть вы, тогда вы окажетесь там, где вы должны быть, и вы будете рядом с нужным человеком. Итак, еще раз. Если вы прочитали в книге о каком-то гуру, и вы чувствуете, что должны идти к нему, то тут что-то не так. Но если вы без всякого чувства просто идете к нему, если что-то занимает место чувств и заставляет вас идти, то вы идете к этому гуру по правильной причине. Другими словами, если вы оказываетесь там, не думая об этом и ничего не планируя, то вы находитесь там по правильной причине. Но если вы должны думать об этом, если у вас есть сомнения в этом, то тут причина может быть неправильной.